Ледокол «50 лет Победы» вновь повезет туристов к макушке земли. Первый рейс запланирован на 8 июля. Маршрут уникальный. Путешествие начинается в Мурманске. Отсюда, на борту самого мощного в мире атомного ледокола, туристы отправятся на Северный полюс через легендарный архипелаг «Земля Франца Иосифа». Продолжительность путешествия 11 дней. Турне к макушке земли считается эксклюзивным туристическим продуктом и самым дорогостоящим. Стоимость билетов начинается от 1,5 миллиона рублей. Всего в этом сезоне «Томоход 50 лет Победы» совершит 3 рейса.